Дорогие друзья, апрель месяц станет для вас действительно жарким и насыщенным месяцем. Ведь мы приготовили для вас множество соревнований. И я уверена, вы захотите в них поучаствовать. Ведь главной интригой месяца станет начало розыгрыша квартир в соревнованиях по конкуру и выездке. Начинаем апрель с обучающих мероприятий по выездке с известнейшим мировым специалистом. В начале месяца вас ожидают мастер-классы, тренировки с судьей 5 звезд Питером Холлером. 5 числа вы сможете посмотреть онлайн-трансляцию его мастер-класса. Господин Холлер является авторитетным мировым экспертом по выездке, и каждый его мастер-класс крайне полезен для всадников любого уровня. Продолжаем месяц с большими национальными и международными соревнованиями по выездке и становимся еще на шаг ближе к разгадке. Кто же станет обладателем прекрасной 4-летней спортивной лошади Квинты? Я сегодня садился на эту лошадь. У меня остались прекрасные чувства от работы с ней. У меня очень качественные базовые аллюры. И я думаю, что будущий владелец также будет получать удовольствие от работы с ней. Одним из спонсоров международных соревнований по выездке станет всемирно известный конно-спортивный бренд Kingsland, который преподнесет победителям и призерам турнира специальные сертификаты. С 7 по 9 апреля спортсменов ждут соревнования на призы жилищного комплекса «Федоскинская слобода», где мы начинаем первый этап розыгрыша квартиры. Внимательно следите за обновлениями на нашем сайте и не упустите свой шанс. Судить международные старты будут иностранные эксперты из Германии, Венгрии и Финляндии. А также именно в эти даты мы узнаем, кто из наших зрителей онлайн-трансляций станет победителем конкурса «Теневое судейство» и отправиться на Всемирный конный фестиваль в Аахене уже летом. После целой недели выездки мы переходим к конкуру и открываем серию турниров «Кубок легенд». Первый турнир будет посвящен настоящей легенде советского и мирового футбола, непревзойденному Льву Яшину. Почетным президентом Кубка легенд стала 3-кратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина. Ставить маршруты соревнований будет курс-дизайнер международного уровня Светлана Дудина. Продолжаем апрельский марафон соревнований еще одним необычным турниром по конкуру – кубком компании «Гефест», в рамках которого стартует первый этап розыгрыша еще одной квартиры. Кроме этого, программу этих соревнований разнообразит командный зачет «Кубок рыбака», где спортсмены будут бороться за путевки на элитную рыбалку – в Астрахани. Какие из них окажутся самыми сильными и отправятся в рыбацкое путешествие, мы узнаем с 21 по 23 апреля. Кроме того, в рамках кубка компании «Гефест» пройдет второй этап розыгрыша ганноверской кобылы «Электры», выращенной в племенном хозяйстве «Бреч». Кто станет ее обладателем, мы узнаем в июле. Завершаем супернасыщенный событиями апрель первым в этом году международным турниром по конкуру и кубком юности Москвы с 27 по 30 апреля. Профессиональный дуэт курс-дизайнера уровня 3 звезды Владимира Платова и литовского судьи Витауса Познанскиса делает эти старты незабываемыми как для спортсменов, так и для гостей. Но и это еще не все. В конце месяца вас ожидает учебно-тренировочный сбор с тренерами из команды Horse Time. Ждем вас в Maxima Stables и обещаем вам яркий спортивный месяц с очень ценными, интересными и необыкновенными призами и насыщенной спортивной программой. Подробную информацию о призах и турнирах вы найдете на сайте www.maximaequisport.ru.